Как будет развиваться, я не знаю, а как мне бы хотелось, я могу определенно сказать, я хочу, чтобы эти два государства, нет, две республики, да, они остались частью Украины, обязательно, потому что это украинская часть, потому что и народ так хочет, но чтобы они чувствовали себя и независимее, и чувствовали себя спокойнее и защищеннее. Думаю, что так и будет, потому что так плохо, как сейчас там, всегда продолжаться не может. Сказать еще хуже, я бы так сказал, жалея людей, куда же хуже, когда могут убить в каждую минуту. Значит, точку невозврата уже прошли. Значит, это уже было дно. Значит, уже должно стать чуть-чуть лучше. Залечить раны, построить дома. Что касается залечить раны души, не знаю. Я в этой ситуации не был. Я хочу, чтобы было так, чтобы ДНР, ЛНР были автономными республиками с мощными полномочиями в составе Украины, которую я люблю. Чтобы Украине не было больно, что часть земли они потеряли, потому что если я представлю, что часть моей страны вдруг меня бросила и ушла куда-нибудь, мне будет больно. Хотя моя страна вон какая огромная, а Украина все-таки по территории небольшое государство.